Так, ну что ж, вроде бы все отбалансили, стало немножечко лучше по звуку, потому что глянул первую серию, а там был бардак во время перестрелок, как бы жесткие были зарубы, много выстрелов, меня было плохо слышно, поэтому вроде как откалибровал, должно быть лучше. Вот, в принципе, это вступление заканчиваем. Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала, меня зовут Найтгвард, это, ребят, вторая серия, собственно, по Call of Juarez Gunslinger, где мы продолжаем рассказывать историю. А я уже забыл кого, честно говоря. Тут такие сложные имена, что я просто их забываю. Я помню, что мы защищали большое ранчо, помогали своим ребятам. Одного из наших парней ранили жестко в пузо. Другой получил выстрел себе в лицо. Мы гнались за лошадьми в конюшню, где была после этого бульварная липовая перестрелка с шерифом. А после мы показали, собственно, точнее рассказали историю настоящую, где, заходя в этот потрясающий амбар, мы получали от шерифа в лицо прикладов. Что было дальше, мы пока не знаем. Говорится, узнаем попозже. Вот, на этом я болтологию закончил. Про лайкосики я ваш напомнил, про комментарии, про телеграммы, там ВКонтакте. Все это в описании будет. Поехали играть. История. So what happened? Did Garrett arrest you? Yeah, after I came to. Bastard had clocked me with his Colt. Episode 1. Billy the Kid. And the kid surrendered? When he realized there was no getting out of there alive. So they locked you up in Lincoln? Indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid. Вот такая она история настоящая. Приняли нас федералы, и Билли Кида, и меня, и приговорили к висельнице. Я так понимаю, сейчас мы будем выбираться из этого ужасного заведения. Осторожно ступайте на узкие пешеходные мостики, потому что с них легко сорваться в пропасть. Интересное замечание, но я буду аккуратен. Так, горсть патронов. Готов. Поехали. It's important to know that I was only riding with Billy, so I could find the bastard I was after. Тюрьма Линкольн, 1801 год, 28 апреля, через 4 месяца после ареста. He was with John Kinney's gang. Сайлоса, то есть нас. They were sworn enemies of Billy's regulators. Why were you after him? I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. Instead, all I got for myself was a goddamn death sentence. Блин, история, конечно, прям... Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. Там началась какая-то мокруха ужасная. Ребята, а можно мне тоже дверцу открыть, пожалуйста? Дружки Билли, я тоже друг Билли, я помогал ему в этом, в ранчо отбиваться. Чувствую себя Джеком Воробьем, который сидел в тюряшке и повезло с попаданием ядра. Оно не сбило ему дверь. Так, опа! А вот и ключики, спасибо. Так, вот эти ключи у процессора, выбираемся. Теперь найти свои кольты, свое оружие. И потому что история клишированная, мы гнались за одним пареньком, который сдал нас федералам. И хотели заручиться поддержкой другого паренька, Билли Кида, который ненавидел первого парня, которого ненавидели мы, потому что он нас сдал. Но просто повязаны все между собой, история невероятная. То есть сам Билли Кид нам не друг, понимаете, он не наш кореш. Просто как бы, ну, враг моего врага, мой, не знаю, двоюродный сестер. Ладно, поехали. Опа, секретики. Один из четырех, вот, блях, вот на прошлой локации жестко обосрался, нашел только одну. Новый уровень. Это что за скрещивание хард-рок-металла и вестерна? Так, прокачка. Ближний бой. Что у нас здесь есть? Броня крестоносца. Защита в ближнем бою. Вы не можете быть пуленепробиваемы, но можете лучше защитить себя. В среднем, каждая четвертая вражеская пуля, выпущенная из оружия ближнего боя, будет отскакивать от вас. Оружие ближнего боя имеется в виду всякие обрезы, да, вот эти вот тозики небольшие, вот такие вот мушкеты. Я понял. Ну, хрен знает. А что у нас здесь по прокачкам? Наносить больше патронов для винтовки, наносить с собой еще больше патронов для винтовки. Вы повышаете вместимость своего патронташа на 36 патронов. А сверху поиск истины. Подсказка о самородках истины. Не упускайте ни одну важную деталь. Дополнительные звуки и подсказки приведут вас прямиком к секретным самородкам истины, если вы окажетесь неподалеку от них, а это принесет вам больше опыта. А, то есть смогу находить, ну, секретные предметы. Так, сконцентрирован. Более долгие комбо.
пока что не нужно. А здесь у нас, наверное, больше просто патронов, да? Больше патронов нести. Я понял. Ну и дальше переход после, видите, полной прокачки. Переход на ультра уровень. Я думаю, прокачка с секретами мне больше нравится. Я просто еще тут хомячок. Поэтому пока так сделаем. Так, а мы с оружием или нет? Нет, мы пустые. Мы просто пустые. Ага! Великолепный дробовичок. Это ствол помощника шерифа. Да, детка. Уитни, целый калибр. Громко, как динамит. Может разорвать человека пополам. Дробовик Боба Оллинджера. Уя себе. I saw Billy through the window, and he yelled that I should Billy. Take to the rooftops to make my escape. So I did. Так, Билли уходит. Понял, 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 уходим. Твою мать, твою мать. Hell хорош, yeah. Дробашек, хорош. That scatter gun was like a double-barreled howitzer. Тихо. It could blow a man clear off his feet. Твою мать. Куда ж ты, родненький, полез, а? Kids escaped, raised a huge ruckus. На крышу уходим! Мужчина вас разорвало, к сожалению. Так, тихо-тихо-тихо, двери закрыты, закрыты двери. Есть лестница. Быстрее, 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 крыша! Всему спасение, крыша! Кто, блядь, воду разлил на крыше-то, а? Посреди Дикого Запада. Anybody? Где враги? Врагов пока не видать. Понял, понял! Хорошо. Тихо, тихо, все под контролем. Гребаный салун. Куда ж ты, родной, полез, да? Работает с двух рук, а, красавец? Мы не беглецы формально. Мы честные люди, которые хотели отомстить за свою семью. Это, как бы, знаете ли, не запрещается. Давай, 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 Сайлос. Быстрее. Где? Что? Вот там, по-моему, секрет. Нет? Или да? Или нет? Непонятно. Хочу секрет очень сильно. Так, мне бы слезть вниз, да, чтобы не это, не поломаться. Или мы уходим из города? Скалами и горами. So that bastard you were after. What did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever gonna find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. Согласен. Так, пробраться через город. I tried to be stealthy. Спускаемся вниз. And sneak my way past. Мы не собирались убегать. Мы будем пробираться через город. Мы должны найти этого засранца, который нанес вред нашей семье. Так, это что у нас? Это патроны. Револьверы есть, все есть. Да, у нас и дробашек есть. Нам бы еще винтовочку вернуть, было бы очень даже кстати. Кто? Кто здесь? Малыш, ты слишком слаб для меня. Я очень плохой человек. Но при этом убиваю еще более плохих людей. Тебя что, не учили, что противнику спиной стоять нельзя? I was just glad I had Deputy Bob's mean-ass shotgun. Не жалеем патроны, не жалеем. Тут очень много. У нас целый ящик за спиной есть. Да-да-да, малыш! Отличная у вас здесь оборона, отличная. Зуроза! Вот они, ребята с винтовками пошли. Бляха! Ох, я залил его свинцом-то, а! Обычно люди сделаны, как говорится, на 80% из воды, а это сделано на процентов, наверное, 60% из свинца. Вот такая вот ситуация у него. Так. Самородок сюда. Это хорошо, это радует. Это плюс опыт. А он чертовски важен и нужен. Блин, город построен как гребаная крепость. Все улочки перекрыты. Как бы особо здесь не разгуляешься. Тыковка. Ну и где все? Черт вас возьми, а? Сыкуны. Целый город сыкунов. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел Сайлос погулять. Где? Где? Где ты?
Твою мать! Ух, больно! А он хорош! Он очень хорош! Следующий! Ой, как красиво! Ну и где же вы? Делаем зубы губы Александра Невского. Максимальное напряжение. Так, секретик забрали. Это что такое? Кража лошадей. До того, как автомобиль тщательно завоевали дороги Америки, основным средством передвижения была лошадь. Наличие лошади с седлом или впряженные в дилижансы повозки часто было вопросом жизни и смерти для поселенцев, живших в бескрайних прериях Дикого Запада. Без лошади здесь невозможно было обработать землю, невозможно вовремя привезти на ферму городского. Так, а это что такое? А, так мы эти секреты можем читать! Я даже не знал, что эти карточки с текстом. С описанием, так сказать, местного мира. Обалдеть. Даже такие вещи проработали. Тихо. Вражеская курица. Так, а нам-то по этому куда идти? А хрен его знает. Хоть бы сказали, что ли. Блин, понастроили этот городок, я заблудил. Все, не заблудился. Крыши, крыши. В основе всего, как говорится, лежат крыши. В этом узком городе делать нечего. А вот на крышах есть что делать. Так. А толк от этого места? А хрен его знает, какой здесь толк у нас. Да подожди ты, я ж... Не просто так залез, надо осмотреться. Взяли, упали. Вот оно как. Хрена себе. Какие схемы, системы. Использовать? А, здесь тоже лестница была. Что? Куда я залез? Господи. Помогите одинокому парню, я потерялся. Как здесь выйти? Хрен его знает. Так, подождите, у нас там есть вроде метки какие-то, да? Пробраться сквозь город. Куда? Конкретно сюда. Пробрался. Дальше куда? Залезть наверх. Так, хорошо. То есть я был уверен в своем пути. Я залез наверх. Дальше куда? Идем прямо. Слезь с повозки. Господи, не заметил ее. Да, где же был Кит? И вот тогда-то стало ясно, зачем Билли меня освободил. Сейчас-то мы это и узнаем. Центр города. Главная часовня. Фонтан. Главная площадь. Сейчас будет жестко. Малыш. Провалил. Уклонился. Блин. Давайте, наверное, погибнем сейчас. Я не знаю. Давайте погибнем. Убивай. Так не было. Так этого не было ничего. Убивай. Давай. Еще. Отлично. Это было просто некрасиво. Там нужно было делать красивые перегибы, чтобы, отдавать контратаки. Я немножечко ошибся. Не будем ломать историю. Мы зашли. И не будет замедления времени. Да, зараза. А так красиво все было. Это что за приколы? Это что за приколы? Индейцы майя нападают. Да? Нормально, братан, нормально? Все хорошо? Так. Я тебя вижу. В этом щиточке прекрасном. Вот они засели, ты на них посмотри, а. Тихо, бочечка. Это не бочка, это нога чья-то. Друг, подержи. Подержи. Следующий. Зараза. Больно же. Да что ж ты будешь делать-то, а? Разорался он мне здесь. Сейчас. Моменто, сеньоро.
Нужны патроны очень срочно. Я не вижу его. А, нет, вижу. Так, и что у нас здесь? В этих закутках. А ничего, здесь город кончается. Блин, такой красивый город и весь в федералах. И в бандитах. Палящее солнце нас не пугает. Да, ты меня остановишь, ты? Может быть, твой друг мертвый? Я так не думаю. Сейчас я вас красиво обойду. Да, 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 да. Блин, это место прям как будто сделано для тайника, но его здесь нету. А, это обход. Так, тихо. И вот тут-то я выхожу. А это моя пьеса. Подержи голову. Бляха, мне бы винтовочку тоже дали. Я был бы очень счастлив. Зараза. Да ты что ж ты будешь делать-то, а? Следующий. Работаем по тактике. Их слишком много, поэтому лезть толпой. В толпу нет смысла. А вот обойти врага, это дорогого стоит. Так, кузня прекрасная. Я иду, ребятушки, я иду. А я уже здесь. Ну, поехали. На, подержи. На, подержи. Понравилось? Говнюк. Где ваши сраные патроны? Я уже почти пуст. Вас много, я один, а патронов очень мало. Вот она проблема. Да. Sure he did. Dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob. Привет, Боб. Ну что, Билли улизнул? Ты в ярости? And he says, I don't think so, boy. Not with my shotgun. So we stood there in the middle of the street, eyeball to eyeball. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. Там просто было написано, что я могу достать первым оружие, но это будет бесчестный поступок. То есть я должен перебить его по скорости сам. Вы сфокусировались 85%, скорость вашей руки была 0%, а время реакции составило 0,59. Измените положение руки с помощью А и Д, чтобы быстрее захватить револьвер. Ни хрена не понял, вот с рукой не понял. Давайте попробуем это сделать. А, поближе руку придвигать к себе. Твою мать. Да блин, почему я не достаю первые? Стоп, там же все просто было раньше. Нажимаешь выстрел. А можно еще раз обучалочку как это сделать? Я просто забыл уже все. Вот зараза, а? Не хочу быть бесчестным. Хочу быть честным. Ну, падла! Успел! Честные схватки! Честные схватки! Кто отдельно, сегодня Линкольна слегка уменьшилась. Собственно, шериф Гаррет все-таки нашел Билли и убил его спустя 3 месяца, и его это не помогло.
26 тысяч опыта было получено, врагов убито 36. Точность такая себе, но сами понимаете, узкое пространство, работали как могли. Так, дуэль против Боба Оллинджера. А, Оллинджера, мне казалось Биллинджер. Ну ладно, Оллинджер, Диллинджер. Фокус невероятный, скорость хорошая, сработали красиво. Так, ну, поехали. So where'd you go after Lincoln? Mexico. Until I realized nobody was looking for me. I ended up taking a job at the Rurales. The Mexican Rurales? I was hired to help them track down the cowboys. Эпизод 2, ребята. Мы отправились в Мексику. The most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Led by old man Clanton himself. They must have paid you a pretty penny to take them hombres on. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. Знаменитый старик Клинтон. Его все знают. Так, пуля для старика. Ковбои представляли собой огромную банду во главе со стариком Клентоном, курчавой Билли и Джонни. Ну, поехали смотреть, что за очень сильная банда. Мексиканские разборки, ребята. О, на винтовочку дали. 81 год, 13 августа, каньон Гваделупа. Через несколько месяцев после побега. But no. This time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. And yes, he was working for old man Clanton. Короче, мы сказали не самого мистера Клентона, а другого человечка. Так, у нас прокачка появилась. Меткий стрелок. Дополнительное приближение при прицеливании сдерживает дыхание, будь точнее. Цель спокойнее, фокусирована на цель один раз. Еще дополнительное приближение. Да давай, почему нет? Мне пока нравятся все прокачки, которые есть на винтовку. Они шикарные. I came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising, being they were such murderous thieves. Атака дилижанса. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Over there! Понял. У них красные повязки. Это команда Клентона. За ними-то я и пришел. Следующий. Зараза, а? Moments later, the attackers were dead. And I checked the stagecoach to see how many passengers. Ребята, ты еще жив в дилижансе, а? Или все мертвы уже от прострелов? None. It was then I wondered if the rocks weren't hiding more bandits. Действительно, а вдруг в скалах еще есть враги? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attacked from on high. Вот они. Есть контакт. Есть контакт. Есть контакт. Вот теперь мы сработали красиво. Да твою мать, маленькая голова. Сейчас, стараюсь. Секундочку, патроны нужны. Это апачи. I said Clanton's cowboys attacked me, Apache style. I was in a pitched battle. Это были не апачи. Это были ковбои, которые атаковали меня словно апачи. Сверху. Толпой. Разъяренные. С такими злыми лицами. Да. У них было очень мало опыта против меня. Я был слишком хорош для них. Не по зубам, как говорится. Следующий. Твою мать. Вот же гады. Хорошо. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. Сюда, сюда. To get to Ringo, да как же у вас здесь много-то, а? Увернулся. А, твою мать! Да я ж нажал вроде как правильно, но не увернулся ни хера при этом. Так, вы этого не видели. Погнали. Очень больно. Очень, мать твою, больно. Отлично. Быстрее, 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 быстрее. Ручки, работаем. Вот они, красавцы. Один уже снизу находится. Два снизу. Нас окружают. Гадство. Патроны на исходе. Хорошо.
Unfortunately, I was running out of ammo. Действительно, заканчивались патроны, так и было. Another патронов было маловато. Another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. I immediately knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets. Нужно отступление по тактике. Так, подождите. Нам нужно отступать. А мы ни хера не отступаем. Мы продолжаем здесь устраивать замес. Твою мать. Да твою мать! Как же он хорош оказался, а? Ушел! Я заметил выход из этого положения. Проход в скале! И уходил в него. Это было не бегство. Я просто менял, так сказать, позицию. Передислоцировался. Мне нужны были патроны и более качественное место. Для отбивки от этих гребаных ковбоев, которые открыли меня как Апачи. Я бежал, что есть силы. По страшным камням, босиком, с большими мозолями на ногах. Это было невыносимо больно. As I was scurrying around those caves, I thought, what was I thinking? Черт побери! Going up against a gang like this. Во время бега я понимал, что я могу прокачаться. Заходил в прокачку. Быстрые пальцы. Ускорял свои пальцы. И шел дальше. Давай. Твою мать! I just kept running, not knowing where the hell I was going. Ах ты сука! Я отомщу тебе, гребаный пендефо! Mana from heaven, I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. The old weapon next to him supplied me with some much needed ammunition. Там были боеприпасы, это бывший воин Апачи! Брат, спасибо тебе, я отомстил за твою жизнь, за твою смерть. Блин, я не хочу идти вниз, это очень опасно. Патроны. И то. Там был динамит. Да. Так все и было, там был динамит. Куда ж вы, родненьки? Отступать некуда. Это было время мести. Время охоты. Время, когда добыча и охотник поменялись местами. Теперь я их преследовал. А они просто убегали в страхе. Вот он! Сумасбродный, вздорный, чертовски подлый старикан Клентон! На гребаном пулеметике. Твою мать! Я иду к тебе, гребаный старикашка! Сейчас, я перезаряжусь. Конечно. Он думает, что он хорош. Но хорош это я. Тихо. Ломает кактусы, засранец. А? Как тебе не стыдно такие вещи делать? Давай. Твою мать! Ну последний рывок, но уже хотел по-быстренькому взять его старую бороду. Ладно, убедил. Пойду по тактике. Да. Чертов старикашка. Здесь я главный. Тихо. Надо дышаться. Это был очень длинный подъем. Километров 8.5. Может, 9, не знаю. Джесси Джеймс? Да! Джесси Джеймс. Он был здесь.
trying. Твою ж мать. I had old man Clanton in my sights. Тихо. Ну, дедуля, у тебя большие проблемы. Сейчас ты поймешь, во что вляпался. Ты чувствуешь это? Ты чувствуешь? Падла. Тихо. Я был очень близок к нему. Заходил в спину. И делал то, что же был делать. Сначала я справился с его охранниками. Потом перезарядился. И пошел к самому деду. С его гребаным пулеметом. Ну поехали, дружище. Это мои гостинцы тебе. Ага, больно. Хорош! Собака! Да что ж такое-то, а? А дед-то оказался непростым ни хрена. Да, конечно. Сейчас все сделаем. Понравилось, дедуля, понравилось? Сейчас я подбегу. Жди меня. Это тебе раз. Это тебе два. Это тебе три. Тихо. Финальный рывок. Я вышел на него. И прожал, что есть мощи. Но он выжил. Я был очень силен. Старый боец. Но этого не хватило. Apparently, one of the cowboys made it out of there alive and told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps. And that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. Да. После этого была легендарная перестрелка вот там, где было написано. Так, не нашли мы ни один из тайников, где он там вообще был, непонятно. Убийство в падении, винтовка, врагов убито, довольно хорошая точность. Так, ну что ж, ребята, вот такая вторая серия. Мы продвигаемся по сюжету в своей месте, за свою семью. Попали в Мексику, чтобы дальше пока что не ясно, но впереди нас ждет какая-то великая перестрелка в каком-то городе. Что ж там было, мы узнаем в следующей серии. На этом пока все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, всем удачки, пока-пока.